Вон пиза же велюкс де ла пиза. Нина, здравствуйте. Да, здравствуйте, Светлана. Там по поводу оформления, да, мне все-таки договориться хотелось бы на доставку сегодня. Возможно, да, заказать? В какой город? В смысле, какой город? Москва. Какой город вы хотите Москва оформить? Москва, какой город? Москва. Минуточку, я вас сейчас соединяю. Да, 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 да. Да, да. Швок оператор, Тимофей, здравствуйте. Светлана, добрый вечер. Тимофей, алло. Меня зовут. Как? Тимофей. Да, я там друзьям своим там называйте, как вас зовут. Так, оформить заказ мне можно? Уточните, пожалуйста, в каком городе находитесь? Москва. Станция метро ближайшая какая? Да. Москва. Метро у вас ближайшая станция? ВДНХ. ВДНХ, улица? Да. Значит, метро ВДНХ прям, значит, вот, ну, улица Воскресенского, метро ВДНХ, Москва. Да, 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 да. Там, где космонавта улица, вот прям вот это самое, по правую сторону. Уточните, пожалуйста, мне точный адрес, где вы находитесь. Улица Космонавтов. Улица Космонавтов. Да. Улица Космонавтов, да? Да, это ВДНХ, вот метро, улица Космонавтов, пересечение проспект Мира. Я понял, дом какой? Там, где яхты все эти продаются. Дом какой у вас? 54, да. Угу. Подъезд, этаж, квартира, домофон, корпус, что-то такое будет? Да, 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 значит, 54-й дом получается, да. Вот, 27-я квартира у меня получается, да? Угу. Вот, пожалуйста, значит, подъезд у меня третий. Третий подъезд, этаж? Да, второй. Второй. Домофон работает? Работает, Светлана, работает. Тоже 27? Ну да, конечно, квартира 27-я, Свет. Угу. Корпус в доме есть или просто дом 54? Да, Светлана, не, корпуса нет, Светусь. Все, я не Светлана, меня зовут Тимофей. Да и ладно, неважно. Как вас зовут? Валерий Альбертович. Валерий Альбертович. Да. Альбертович. Угу. Валерий Альбертович. Альбертович, повторите. Да, да. Валерий Альбертович, да. Альбертович. Альбертович, да. Альбертович. Валерий Альбертович. Альбертович. Да, Альбертович. Еще раз. Альбертович Валерий. Понял. Так, уточните, пожалуйста, да. Откуда узнали о компании? Да, в интернете вот искал, что 24 часа в сутки, чтобы работала доставка. Так, телефон 8-800-12-640-93-70. На него оформляем, да, заказ, да? И для связи также он будет. Да. Это городской, да, я с городского. Да, да, да. Да, Светлана, все верно. Что будете заказывать? Я хочу заказать пиццу. Пиццу хочу. Какую? 4 сыра Мазерати. У нас нет 4 сыра Мазерати, у нас есть пицца просто 4 сыра. Ну, Мазерати там, сыр какой? Просто пицца 4 сыра. Сколько? 4 сыра. Ну, 4 разных или 4 одинаковых? Там получается, смотрите, соус томатный, сыр эмменталь, чеддер, дорблю и моцарелла. Какой дар? Дорблю, не дорблю, дорблю. Кто кого дорблю? Сыр называется дорблю. Я понял, Светлана, я понял. Мне 4 тогда сыра надо, это мне не подходит. Ну вот, это пицца 4 сыра. В ней сыр эмменталь, чеддер, дорблю и моцарелла. Я чеддер? Сыр называется чеддер. А, я понял. Да я просто человек не молодой, пожилой, не понимаю. Это новое название французское ваше. Так, значит, сыр Мазерали, да? 4 сыра. Я в понял. Него входит соус томатный, сыр эмменталь, сыр чеддер, дорблю и моцарелла. Что такое вот это мердадаль, блин? Это сыр, сорт сыра. А где он производится, Света? Я вам не могу точно подсказать. 4 чего вы сказали? 4 сыра. Чего? Пицца называется 4 сыра. 4 сына?
Не четыре сына, а четыре сыра. Сироп. Не сироп, четыре сыра пицца. Я понял, я ничего не понял. Хорошо, давайте. Пойдет. А там что, сантиметр сколько? Есть 26, 30, 40. 54 есть у вас, Свет? 54 нету, есть 40, самая большая. Это большая, по-вашему? Да. Я вас услышал. Отказывайтесь, да, делать? Ну, у нас самый большой размер это 40 сантиметров. Больше вам предложить не могу. Боже, у меня член даже больше. Хорошо, давайте. На тонком или на стандартном тесте? На тонком. 40 на тонком. Что-то еще будет? Из новинок у вас есть что там современное? Из новинок? Да. Ну, у нас есть новые пиццы, так же, как и роллы, и закуски, напитки. А пицца какая новая? У нас есть пицца Дары Моря, Алые Паруса новые. Кто? Пицца Дары Моря и Алые Паруса. Какая Лар Мора? Дары Моря. Пицца Дары Моря. Кто с морепродуктами. У моря кто? Там соус томатный, сыр моцарелла, морской коктейль, мидии, креветки, кальмары. Чеснок, свежий лимон. Последний не слышу. Кто там? Каль кто? Мидии, креветки и кальмары в этой пицце. Каль кто? Мидии. Креветки, кальмара. А что там дары чего, я не понял. Дары Моря пицца называется. Это название пиццы. Не понял ничего. Да. Пицца с морского коктейля. А, как это, напиток что ли? Это не напиток, это пицца. Я хочу ее. Можно мне туда ее? Сколько цена у нее? Большую, если брать. Большая пицца 40 сантиметров стоит 1089 рублей. А что, дорого, а что там у вас? Без скидок, да? Ну, там морской коктейль. Там мидии, прям... креветки и кальмара. А, то есть прям с коктейлем подается, алкогольным? Не алкогольный коктейль, а просто называется как морской коктейль. Сорт там получается у вас мидии, креветки и кальмара. Ну я не пойму, мидии, кто там последний, что там? Креветки и кальмара. Я не понял ничего. Ну, наверное, должно быть вкусно, да. Ну, пицца вкусная, да. А вы пробовали, Свет? Конечно, пробовали, да. Ну, я понял. Тогда с коктейлем. А сколько там объем коктейля? Литров? Смотрите, пицца 40 сантиметров весит 1 килограмм 120 грамм. Не, пицца Дедуля, это понятно. Пожалуйста, кикни какова-то хуйлана, спати, пожалуйста, я хочу поиграть. Угу. С пиццей все понятно, а коктейли по объему, что там? Там нету никакого коктейля. В смысле, морской вы коктейль, это сказали? Называется смесь мидий, креветок и кальмаров. Это укладывается на пиццу. Свет, вы что там путаете? Вы же сказали, коктейль подарок. Называется морской коктейль. Смесь, которая кладется сверху на пиццу. То есть обманули, пиццы, да? Обманули меня, без акции, да? Это не обманули, просто говорю, морской коктейль, это смесь начинки на пиццу. Светлана, вы можете повторить? Ну, а что еще раз? Повторить последнюю, ну, позицию. Пицца Дары Моря. В нее входит соус томатный, сыр моцарелла, морской коктейль, мидии, креветки, кальмар. Кто? Мидии, креветки, кальмара. Я не понимаю, первое до слова я расслышал, а дальше не пойму цвета. Креветки и кальмара. Кто? Креветки. А, кальмар, да. И кальмар, да. А, понятненько. Это, ну, это понятно, это в пиццу туда ложите, да? Да, да. А коктейль какой? Нету там никакого коктейля. Но вы же сказали мне, пицца с коктейлем. Она сделана с морским коктейлем, получается. Морской коктейль – это смесь мидий, креветок, кальмаров. Я понял. Это 1000 рублей, да, там, со скидкой? 1089 рублей 40 сантиметров. 40, да? Да. Светлана, хорошо, молодец. Дальше, что там из новинок? Что-то еще вам предложить? Да, я хочу еще 4. Я хочу еще 2 пиццы, чтобы 4 было. Могу предложить еще алые паруса. Какие? Алые.
Либо могу мясной сорти вам предложить. Не-не, что там с этими алыми-то у нас? Что там? Алые паруса, в них ходят, получается. Соус-шеф. А это что еще? Моцарелла, шампиньоны, снежный краб, семга. Что там, не знаю. Соленые помидоры свежие. Какая алая урса, не понял. Это название пиццы. Алая урса, да? Паруса. Урса. Паруса. Я понял. То есть ничего не понял. Хорошо. А что там еще раз комплектация пиццы? Сыр моцарелла, шампиньоны, снежный краб, семга слабосоленая и помидоры свежие. Также шеф-соус, там в нем майонез, чеснок, соевый соус, укроп. А кто я, укроп? В соусе. А, то есть я еще и укроп, да? Укроп входит в соус. То есть я укроп в соусе? А, я говорю, что состав соуса. Шеф-соус сделан из майонеза, чеснока, соевого соуса и укропа. Я вас понял. То есть вы некомпетентны, да, в моем решении вопроса? Ну, я же хочу оформить сейчас заказ, а не шутки здесь играю с вами. Светлана. Ну, я с вами тоже не в шутки играю. Я жду, чтобы вы что-то выбрали еще. Так а что ж вы меня укропом назвали? Я вас не называл укропом. Я говорю, состав вам шеф-соуса. То, что вы мне сказали, что я укроп в майонезе. Я не говорил, что вы укроп майонеза. Я вам говорил, состав соуса. В соус шеф входит майонез, чеснок, соевый соус и укроп. То есть я хочу коктейль, а вы мне сказали, что еще и коктейля нет у вас там? Или что? Мы алкогольные напитки не продаем, если вы хотели коктейль что-то с алкоголем. У нас а зачем нет. Мне алкогольный коктейль? Вы сказали мне изначально, пицца коктейль с коктейлем. Где коктейль? Да, пицца, в которую входит морской коктейль. Морской коктейль называется... Ну так а где этот коктейль морской? Где он? Я хочу выпить. Он будет на пицце. Это не напиток. Вы выливаете его прям туда? Мы его не выливаем. А куда? Что ж вы его не доставите? Уточните, пожалуйста, вы будете что-то еще заказывать? Я хочу еще пиццу. Мне нужен вот этот... Какие там... Ну, алые что там? Что там алое? Алые паруса. Во! Вот это мне тоже туда же. К этой морской, чтобы коктейль на там... На тонком? Нет. Стоит 1329 рублей. Нет, мне на тонком уже не надо. Вы про Дары моря? Мне на толстом. Алая урса, да? Алые паруса, да. Я понял, Светлана, добавляйте. На стандартном или на тонком? Давайте его в этот раз на толстом. На толстом. Да. Именно алые паруса, которые вы, да? Какая урса? Паруса, не урса. Алые, да? Да. Я вас понял. Так, что там дальше у вас? Вы что-то еще хотите заказать? Ну я же говорю 4, а вы мне только 3 пиццы оформили. Алло. Сейчас, одну минутку, ждите. Да, Светлана, подождем. Я уже так долго здесь. Так, а что вы еще хотите? Могу вам предложить мясное ассорти? Не-не, давайте что-то другое. Мясное не хочу я. Жульетту могу вам предложить. Пицца летняя есть. Во, жульетта как раз с коктейлем морским. Жульетту съем и коктейлем запью. Что там за жульетта? В жульетту входят шампиньоны в сливочном соусе под сыром моцарелла. Опять сыр, да? Да какой сыр? Да. Сыр моцарелла. Какой? Моцарелла. Моцони, да? Ну, моцарелла. Почти. А, понятно, мацанка. Я понял. Так и что ж там, сколько ж оно стоит? Большая пицца 40 сантиметров, 1099 рублей. А Жульетта где? Ну, если какая... Вот я вам говорю сейчас, Жульетта, что в ее состав входит? Нет. Так а при чем здесь пицца и Жульетта вообще? Не понял. Свет. Это название пиццы, Жульетта. Я понял. Короче, Жульетта, да. Урса получается алая. Я пью коктейль и смотрю на урсу. Так я понял. Уточните, пожалуйста, в состоянии оформить заказ. Я вас понял. То есть вы сейчас заказ оформили, да? Я еще вам ничто не оформлю, потому что вы не можете решиться, что вы хотите добавить. Я сказал вам 4 пиццы здесь, Света.
Что вы начинаете? Меня зовут Тимофей Несвета. Вы можете решить уже заказом? Вы уж меня простите, мне не важно, как вас зовут, хоть Саша, хоть Петя. Света. Я понял, у меня тоже вам очень долго с вами на телефоне, вы также не решили, что вы хотите заказать. Вам больше заказать. Подходит Светлана, потому что вы женщина. Поэтому... Я не женщина, я мужчина. Вы женщина, я чувствую. Женщина. Нет, вы изначально говорили женщина, сейчас вы говорите с мужчиной. Не-не, вы женщина, я сразу понял, как изначально. Извините, вы будете оформлять заказ, или мы отменяем его? А что ж вы не делаете? Потому что вы не можете решиться, что вы хотите заказать. Я же вам сказал, мне 4 пиццы Жульберду. Жульберда, Алла Урса. И, да, коктейль мне еще налейте. У нас мы не можем вам налить коктейль, у нас нет коктейлей. А вы ж мне сказали, вот там дары моря, че как его. Коктейль есть, морской, прям. Давайте я вас, к сожалению, смотрите, я вас сейчас не могу принять заказ, потому что вы не знаете, что хотите заказать. Я хочу коктейль морской с пиццей. У нас нет морского, у нас коктейль. Я хочу называется пить морской. Коктейль. Это ингредиент. Да вы ж мне сказали, я хочу пить коктейль, блядь, морской из Жульетты. Васу хочу. Есть Жульетту и пить коктейль. В чем проблема, Света? А? У нас нет коктейлей морского. Морской коктейль — это один из доп. Ингредиентов в пиццу, который, точнее, не доп, а один из ингредиентов, который входит в пиццу. А, я просто поздно звоню, уже выпили, да? Нету. Алло. Да, да, слушаю вас. Что там паролом у нас? Ну, сет какой-то. Сет. Сеты какие есть, Свет? У нас есть ассорти Сайтама, Темпро, Филадельфия, Кадзоку. Сакура, Фуне. Ассорти Сайтама есть. Давайте мне нормальными входит... словами. Вот эти ваши китайские загугулинки, мне они и не надо здесь. Нормально русским языком. Что у вас там пожрать покрупнее? Какие есть роллы? Да, уточните, пожалуйста, вас сейчас плохо слышно, могу ли я вам перезвонить? Вы давайте мне тут дурня не валяйте, Светлана. Вы все прекрасно слышите, если отказываетесь отказывать клиента пожилого, так и скажи, Света. Нет, знаете, просто у нас с вами технически пропадает связь. Моменты да, конечно. Слышно, непонятно. Да-да, это вы мне вас непонятно, что вы мне там впариваете. А роллы есть нормальные? Я вам отвечу, есть ассорти Сайтама, Темпура, Филадельфия. В ассорти Сайтама входит Хоттер Ролл, Бостон Ролл, Темпра, Чиз Ролл. Какой чиз, блин? Я мне не надо чизберга, блин. Я роллы хочу. Да. Алло, Света. Вы что-то будете заказывать? Не могли бы уточнить точно? Да, по роллам. Мы же так и не определились. Перечислите все роллы. Ну. Что там? Я могу предложить Филадельфию хитро, Хоттер. Не-не, этого не надо. Мне Филадельфию, вот эти Калифорнии все ваши, это загранично. Есть у нас ролл Россия, либо ролл там. Нету такого названия. В смысле? Я что, должен заграничный жрать или что? Я вам предлагаю ассортимент, который только у нас есть. Вы можете с ним ознакомиться на сайте. Я вас понял. Отказывайтесь, да? Обслуживать. Да. В смысле, Света? Да? Еще раз, что? Светлана, давайте без этого. Если у вас есть что такое, что меня заинтересует, вы уж меня оформите, а? Вы что-то будете заказывать? Уточните, так я же вам перечислил уже. Вы мне сами назвали 4 пиццы, плюс еще морской коктейль я буду пить. И этот самый, да. Геролы. Уточните, пожалуйста, я сейчас вам перезвоню, чтобы подтвердить, что ваш номер доступен для связи. Ожидайте сейчас звонка. Не понял. Ожидайте сейчас звонка, я вам сейчас перезвоню. Морской коктейль побольше налейте там пока. 2 литра. Хе-х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 е